оценивают, присматриваются, примериваются. Все почти как в спорте, надо понять сложность препятствия, чтобы качественно его преодолеть. И, судя по всему, они уже готовы это сделать. Мне очень понравился вуз, я планирую поступать в него после 11 класса. Для этой категории потенциальных абитуриентов технический университет уже не в первый раз проводит день открытых дверей. Можно сказать, персонально. Сегодня гости Иркутского политеха без 5 минут выпускники спортивных школ. Мы хотим, чтобы они выбрали именно наш вуз. Во-первых, получили профессию техническую, чтобы устроились на работу, потому что было высокооплачиваемо. И в том числе и продолжили спортивную карьеру. То есть наша задача привлечь именно спортсменов. То есть день открытых дверей для всех мы проводим. То есть проводит приемная комиссия. А наша цель – охватить спортивные школы. А у нас порядка 15 школ при Министерстве спорта и больше 10 школ муниципальных по различным видам спорта. Презентовать вуз для таких ребят, с одной стороны, большое удовольствие, с другой надо дать понять, что учеба, как и спорт, требует больших усилий. За них и награда особенная. Знаете, все любят говорить, что спортсмены не очень умные ребята, то есть, но я вам скажу, что с введением рейтинговой стипендии ситуация кардинально изменилась. И ребята, то есть очень много спортсменов, то есть получают рейтинговую стипендию. То есть, а чтобы ее получить, надо получать обычную стипендию, то есть надо успешно учиться, без троек. Выпускников спортивных школ провели по ведущим лабораториям, по всем крупным спортивным объектам университета. Рассказали о тренировочных режимах в 2 десятках политеховских секций, о соревнованиях на выезде и перспективах обучения в одном из лучших сибирских университетов. Если я не перееду из Иркутска, то поступлю в политех. Узнала вот конкретно про спортивную часть, про тренер спорта, например. Можно. Это очень классно даже.